В Ханты-Мансийск прилетел боксер из Доминиканской республики Фрэнсис Фромета, чтобы встретиться на ринге с российским спортсменом, олимпийским чемпионом Альбертом Баторгазиевым. Он проделал долгий путь. Перелет был длинным. Доминикана, Пуэрто-Рико, Стамбул, Москва и, наконец-то, Ханты-Мансийск. Спортсмен отмечает, цитата, «очень рад приехать в Россию и благодарен за предоставленную возможность посетить такую красивую страну». Конец цитаты. За свою профессиональную карьеру Фромета не потерпел ни одного поражения. На его счету 17 побед, 11 из которых нокаутом. Баторгазиев обещает испортить доминиканцу статистику, на что тот парирует. Пусть Бог благословит его, убережет от травм и падений на ринге нас обоих. Но я уверяю вас, в этом бою он будет много страдать. Я знаю, что мой соперник хороший боксер с великим именем, олимпийский чемпион, поэтому я приехал суперподготовленным, чтобы для меня не было никаких сюрпризов. Фромета добавляет, что осознает превосходство соперника. Отметим, сейчас Баторгазиев находится на 7-м месте в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации в категории «легкий вес». Доминиканец на 15-й позиции. Одно из самых ожидаемых спортивных событий года пройдет 28 июля в теннисном центре. Накануне 27 июля там же состоится так называемая «дуэль взглядов».